Павел Ветер, город Брест, один из, как это сейчас принято говорить, классиков уличного жанра, да, Паш? Да. Вот, и тем более сейчас он зажжется своей песней. Паш, как твоя песенка называется? Дурак. Песня «Дурак» называется, ну что такое, я не знаю. Давайте смотрим «Дурака». Ой, слушаем, то есть. Он был не таким, как все. Всегда был он весел, про него говорили люди. Завистью глядя, что такому, как он. Вовсе счастья не надо. Никто его не слушал, ведь у этих злых людей были мертвые души, и когда его гнали за шеи, он оставался спокоен, а мудрец прохожий сказал, что этот дурень счастья достоин. Его песня жила надежда на спасение чужой души, а он испытал все мучения и зла не таил. И когда начинал петь он песню, затихали все, и слезы текли из глаз и прямо из сердца. Люди счастье нашли. Последнюю песню написал, его оставили силы, когда в последний путь его понесли. Плакать люди пришли, умирая, дурак был счастливым, ведь песни его будут жить. Его песня жила надежда на спасение чужой души, а он испытал все мучения и зла не таил. И когда начинал ветер песни, затихали все, и слезы текли из глаз и прямо из сердца. Люди счастье нашли. Осталось два движения. Поставить лайк и подписаться на канал.